Канка. От всех души поздравляю ваших мам с днем рождения. Долгих лет им жизни. Счастье большое иметь таких детей, как вы, с большим к вам уважением. Вам равных нет. Спасибо Богу и вашей маме, и Сониной маме за такую красивую, умную дочь. Счастья вам всем. Дело в том, что мне в моей жизни повезло с моей тещей и повезло с моей женой. Они всегда жили в такой семье, где чрезвычайно и уважительно относились к мужчинам. Прав мужчина, не прав мужчина, плохо поступил, хорошо поступил. Он все равно, они всегда находят возможность сказать, что он все равно молодец. То есть это такая уникальная особенность, когда мужчина немножко превозносится, когда для мужчины мясо дается из кастрюли и не раздается детям. То есть мужчина, попав в такую семью, это мужчины, которые были в их семье, это дедушка, это брат, вот к ним отдельная вот такая, отдельное вот такое уникальное отношение. То есть это уважение к тому, чем они занимаются. Допустим, когда мы переезжали, я говорю, я могу кабинет отдать, и пусть там занимаются, давайте сделаем комнату для детей, то сразу же все вместе начали говорить, нет, кабинет необходим, кабинет необходимость, и там все остальные подвинутся. Почему? Это уважение к моему труду, уважение к тому, чем я занимаюсь, это восхищение где-то. За все время нашей жизни, никогда, ни одного раза в своей жизни я не услышал, что мне чего-то нельзя, что-то не нужно открывать, чем-то нельзя заниматься. Я всегда слышу только поддержки. То есть это всегда выглядит так. Мне бы хотелось, говорят, да, мы будем поддерживать, если нужно. И никто никогда не сказал, что бы ни произошло, а часто бывает у предпринимателя шаг вперед и шаг назад. И в случае, если как-то не получалось или там что-то не так выходило, такое тоже бывало в жизни, никто никогда в жизни ни разу никогда в этом не упрекал. Ну что ж, за это отдельное спасибо, низкая благодарность. Ну, внутренне я со своей стороны могу сказать, что тех женщин, с которыми я живу, я их люблю, стараюсь говорить искренне слова любви, стараюсь быть человеком и честным, и верным, и правдивым в отношениях, и в действиях, и так далее. Ну, спасибо, это мало.